хорошенькая. Так, здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Сегодня у нас суббота. Кстати, завтра у нас воскресенье, Троица будет. Вы знаете, какая жара. Жара и вообще под 40 градусов. Это ужас. Вечером едем. Не знаю, сколько сейчас, 4-5. У меня волос, вы знаете, мокрый. Только что феном уложила, мокрейший волос. Вообще жуть какая-то. Не знаю, как-нибудь доедем. Кондиционера в машине нет. Да и дети. Я считаю, с детьми там вообще кондиционер, если включать, они все попростынут. Короче, едем в деревню. Мы еще заедем к друзьям. Не знаю, я, наверное. Ну, расскажу вам. Естественно, показывать не буду. Детей нельзя чужих. Расскажу, что вот тут у моего кума третий ребенок родился. И расскажу, ну, такие обычаи, да. Когда приходишь, там надо и подарочек подарить, и все. Вы же любите, когда вам я сербские обычаи рассказываю. Ну и, естественно, прелести буду нашего края, Западной Сербии, показывать. Ну, посмотрим, какой влог получится. Видите, голос у меня не очень хороший, но это почти восстановился, было еще хуже. Так что посмотрим. Думаю, будет интересное видео. Спокойная жизнь в маленьких городах сербских пенсионеров. Что здесь звала, Мали? Вот так вот. Сидят, отдыхают. Пьем русский квас, написано по русской технологии. Технология русская, но на наш русский квас не похоже совсем. Вот такой вот маленький, небольшой, такой ужин. Пока детишек нет, поснимает обязательно. Вот, кстати, вареные яйца с мясом обязательно. Ну, вот это вот мясо с картошечкой. Вот это из купуса, это салат знаменитый сербский. Вот такой вот маленький ужин сербский. Так, наши угодья в деревне. Она все принадлежит моему мужу. 35 гектаров. Ну, вот эти вот все леса, видите, вдалеке. Ну, очень много, так сказать, земли. Здесь у них и грибы, и ягоды. Вон там тоже. Все не показать. И хозяйство тут. И машины, и коровы, и овцы. А вот слышите, овцы бегают. Не спустилась показать вам еще. Как расстилаются наши угодья. Не знаю, как пугает, это надо внутрь туда, в лес идти. Клещи тоже у нас есть. Комары, ну не знаю. Говорят, что куча комаров, но после Сибири для меня здесь ни одного комара нет. Так что вот таким богатством обладаем.
Красота-то какая, лепота. Ну так вот стол накрывает. Сегодня Троица, я вам уже говорила, будем праздновать. Сегодня родня приехала. Ну постепенно. Ну как всегда паршут, яички, это паприка, господи, обжаренная с белым луком, солью, естественно салатик. Вот это помидорчики, огурчики, лук. Сейчас еще что-то будет. Вот еще поставили сальный тортик, кстати, его изготавливала я. Я готовила. Вот еще раз вам столик. Там не буду сильно показывать, там детишки. Сейчас еще будет сарма. Ну, это голубцы по-русски. И мясо.